Итак, братишки, всем салют. Я думаю, все видели ролик у Миши о том, что он выпускает, помимо энергетиков, которых он продал 100 миллионов банок, ну не он, а его команда, его компания, также выходят чипсики. Серьезно? Чипсы? 100% картофеля. Друзья, ну я на частичку все-таки фудблогер, я не мог пройти мимо этого. И помню, что я снимал ролик, когда мы пробовали все энергетики Lit Energy. Там что-то 200 тысяч плюс просмотров было, поэтому сейчас делаем то же самое. 300к плюс просмотров пробуют Тудроц чипсы Lit Energy. Погнали, сначала их найдем. Сказали, что они есть в Пятерочке, поэтому сейчас в Пятерочку мы заезжаем быстренько. В ближайшую Пятерку и смотрим там, есть ли эти чипсы или нет. Газ, газ за чипсами! Быстрее! Тихо. Каршеринг тоже не железный. Лит. А литовских-то нету, бля. Опа-на. А Lit Energy нету, пацаны, либо их раскупили уже, не знаю. Гоу, поехали в другую Пятерку, сюда. Вот так, ребятки, в первой Пятерке их не оказалось, поэтому сейчас едем в следующую, которая будет по пути. В Москве 1471 Пятерочка, поэтому в какой-то из них, наверное, будет. Я зашел в интернет сейчас чекнуть, их уже на Авито продают по 200 рублей. То же самое было с энергетиками, когда мы покупали, мы снимали у Паши дома, у нашего оператора, обзор на эти энергетики. Прямо рядом с его домом чувак на Авито продавал упаковку этих энергетиков, поэтому нам повезло тогда. Не знаю, скупают опять, либо что-то Миш пообещал там розыгрыш, если там купишь 1000 пачек чипсов, я не знаю. Но я думаю, в другой Пятерке они обязаны быть, иначе это типа странно максимально. Так, братцы, идем в подземельную Пятерочку. Вообще может быть такое, что просто чипсы не добрались еще до Митина. Типа, знаете, их в центр пока только суют, а здесь у меня на окраине их нету. Сейчас будем чекать. Если тут не будет, во второй Пятерке к ряду, да, поедем какую-то такую, которая ближе к центру уже. Опять слово пацана. Сухари. Не, прикиньте, нету. Долина, чудная долина. Уверен, что они еще просто не дошли, короче, до Митина, чуваки. Другого у меня объяснения быть не может. Короче, погнали в какую-нибудь Пятерку, которая в центре находится. Доедем, че уж. Пришлось так оставить Каршу, бля, на проезжей части. Быстро бежим, потому что не люблю такие темы. Оставлять так машину. Так, это уже ближе к центру. Пятерочка больше, соответственно, поэтому бежим проверять, есть там что-то или нет. Все, почему? Потому что мы хотим эту М4, F90, F50, как она там, не мешали, чуваки. И, короче, только один вкус, походу. Сметана, зелень. Еще, неужели больше нет вкусов других? Как? Как не может быть других вкусов? Что за бред? Не верю вообще. Знаешь, что объединяет такие команды, как ЦСКА, команда Тудроц? Конечно же, наш главный партнер. В закрепленном комментарии в описании будет ссылочка на мой телеграм-канал, куда ты обязан подписаться, где ты можешь забрать до 15 тысяч подарок от моих друзей. Ссылка в описании, скромно комментарий. Переходи. Так, братцы, взяли одну пачку. Одна пачка стоит 139 рублей, написано по акции. Без акции 199. За чипсы это нифига себе, я думаю так. Но, кстати, пачка, знаете, такая не маленькая и небольшая. То есть, смотрите, такая средняя по размеру, тяжеленькая, рифленые чипсики там, поэтому... Будем искать другие вкусы, короче. Двигаем дальше, все ближе к центру. Тут уже одну пачку нашли, сейчас дальше еще найдем другой вкус. Ищем. Короче, если тут не будет хотя бы одного вкуса, кроме сметаны, значит, я Равшану, клянусь, бля, не верю. Что там пришел, и там сразу, бля, три пачки вкусов было в Пятерке. Но я не знаю, чуваки. Знаешь, что все хотят себе бэху, блядь, и в розыгрыш участвуют. Но это вообще не смешная тема уже. Нету. Здесь тоже нет, чуваки. Короче, есть Пятерки, они отличаются. Есть какие-то старые, есть типа новые. Вот ту пачку я купил в новой, как бы, Пятерке. Да не, это похорон, чуваки, клянусь. Четвертая Пятерочка. Ну, я уже понял, что здесь нет. Вижу, чувствую. Да не, братва. Вообще, отвечаю, я про жопу сгорел. Короче, ладно, одну пачку взяли. Дадим пацанам ее.
И потом я сейчас уже где-нибудь на Авито, не знаю, закажу их. Так, братцы, достаем Lit Energy Chips, даем пацанам на пробу. Ух ты, посмотрим, что они, что же они скажут. Подожди, стой. Ну, как будто Гуда не может... Нет, стой, они со сметаной. Ну, брат, короче, их нет в магазинах, люди, потому что скупают их коробками. Че, че ты? Почему нет? Давай пробовать. Открывай. А, да? Да, потому что там же... Ты можешь участвовать, понял, на претендовать на одно место в розыгрыше. Слушай, они тоже с энергетиком? Сейчас посмотрим. Давай почитаем. Л-карнитин, магний, большой. Витаминный комплекс. Смотри, ну да. Он сказал, что типа не рифленый. Травка есть. Рифленый я люблю. Специи, говорит, в меру. Понял, в меру соленые. Ну, знаешь, типа удивят они по вкусу или нет? Не, нормал. Ну, типа, смотри, заходишь в магазин, они стоят 140 рублей. Заходишь в магазин, у тебя есть... Это много сейчас? Ну, я чипсы просто не покупаю, я вот... Ну, вот Лейс со сметаной и... Ну, они... 50, наверное. Смотря какая пачка, опять же. Кстати, очень похожи. Вообще, похожи? У них ангажированное мнение, они и в Lit Energy хотят, да? Я попробую честно скажу. Ты чипсы любишь? Очень. Да? Во, тогда, лоб, ну... Ну, нормально, честно, неплохо. Неплохо? Ну, типа, вот 140 рублей... Точно неплохо. А сколько они стоят? 140. 139 рублей. Я думаю, что так... Это пачки, значит, это не маленькая, то есть это средняя упаковка. Ну нормально, не, достаточно вкусно, вкусно, достаточно Лейс вкусно, нормально? Похоже на Лейс, да. Вот эти, которые как Макс, которые... Эстрел, да, Лейс Макс. Сметана, по-моему, есть Лейс Макс, такой же вкус есть. Тоже рифленый, тоже... Во, они похожи, да. Нормально, да, короче? Не, я бы с крабом попробовал. Я просто фанат, вот, я если чипсы покупаю, только с крабом. Но если Лейс стоит столько же, я бы скорее Лейс, конечно, покупал. Можно было подешевле сделать, чтобы, знаешь, заманить как-нибудь сначала. Надо просто граммовку посмотреть, 120, по-моему, грамм, сколько Лейс за такую стоимость. А пиво он не будет делать? Ребят, чтобы вы знали, это я и сказал, что есть чипсы Lit Energy, он побежал покупать. Я слежу, мы останемся в курсе. Блядь, ну... За производство. Знаешь, просто я не часто ем чипсы, чтобы сравнивать, но... Вот так держи, когда говорю. Саня спонсор готов. Но в целом нормально, вкусно. Ну норм, типа, но не могу сказать, что я такой, блин. Вот знаешь, когда Принглс хаваешь, такой, блядь, ну это да. Давай из 10 оценку, извините, пацаны. Из 10. Из 10 оценку дадим. Да сложно. Да ну 7, нормально. Типа нормально. 7 из 10. Да, да. 7-8, наверное. Ну я 9-10. Можно было подешевле. 9-10. Ну понимаешь, смотря какие цели ты преследуешь. Если какие-то цели есть, то 10 из 10. На ипотеку деньги дадут, но 11-12. Бля, это лучше, чем было. Я чипсы не ем, но на самом деле нормальный, вкусный лейчик. Лейс. Обычный лейс, я не знаю. Либо то же самое. Лит лейс я бы назвал его. Один в один сметана и лук. Очень вкусный. Хороший? Ну пачку-то отдай туда, брат. Не, ну брат, ну и другим еще дай. Курза. Ты ешь? Ну что, брат, оставь чушь. Я вот так... Нормально, да? Сейчас такое... Так, братцы, 7 пятерочек, 2 магнита обошли, не нашли, короче, других вкусов. Но. Но тебя не зашли, ты их уже пробовал, тебя не зашли. Давай в сравнении с. Давай. А ты не пробовал еще? Нет. Ну-ка. Я вообще не фанат чипсов. Я не люблю чипсы тоже, братан. Ну, история такая была. Ну, вот эти, мне кажется, пацаны говорят... бодрые самые, нет? Но, ну, чисто Лейс говорят, пацаны, как вот эти вот Лейс Макс со сметаной. Давай вот с пацана пробуем. Честно, пацан писал Принглс, блядь. Принглс? Вот это зала. Это что это? Это А4 бумаги. Вот, а вот это вот, ну, в целом, бумажники. Я готов стать амбассадором. А вот это, знаешь, есть такие чипсы с девочкой. Слово пацана. С девочкой. А, московский картофель. Да, вот это похоже. Оно, да, кстати, даже упаковка похожа. Прошкин, что скажешь? Не знаю, как будто вкус из детства, блядь. Бля, я не фанат чипс нахуй на пробу, блядь. Ну давай расставим, слышь? Давай расставим, пацаны, от... Не похоже на Лейс, как будто. Ну первое, второе, третье место, дай дадим. Давай, бля, расставим уже. Да, третье место, пацаны, давай, какие? А, четыре? Да, да, да. Ну-ка. Смотри, нормальные. Смотри, поплотнее. Ну что, они рифлёненькие, да. Ну, рифлёненькие, мягче. Да. Че, третье место? Да. Бумага А4. Второе место, и, пацаны. Второе место эти, а первое. Слово пацана, первый Lit Energy. Они просто поплотнее сделали. Типа посытнее. Мне нравится, когда они пожестче, эти такие мягкие,
Базар, базар. Я соленый пиздец. Забирай свою бумагу. Да. Короче, братцы, вывод такой, что из новых чипс, которые представлены в магазе, там это Литенеджи, эти А4 бумажные, и слово пацана какие-то вообще первый раз даже их не рекламили, по-моему. Почему на ЧБД сейчас вышел выпуск? С ними? Ну, типа он сказал Рузильцу, что он выпустил. А это его чипсы именно? Да. Пацаны, чипсы Рузиля. Ну, короче, такие себе. Литы на первом месте. Давайте так. 30 тысяч просмотров, 1к лайков, и я найду все-таки, где-то закажу Литэнерджи с крабом и с паприкой, и в телеге просто сделаю обзорчик. Миш, вышли чипсы, братан, их не купить просто. Я готов стать амбассадором, бля, я чипсы люблю, по-братски. С крабом, братан, я вообще просто готов именно просто схавать каждый день на завтрак, обед, ужин. И здесь можно что-то, короче, зарегать, чтобы на упаковке, короче, участвовать в розыгрыше. Все, всем салам.